что тут? А там, кстати, ямочка, да, Жень? Как ты называл-то его? Овражка? Овражка. Помнишь, мы с тобой заходили в прошлый раз туда? Там земляника тоже растет. Здесь хорошо в резиновых сапогах ходить. Больших. Болотных. Да, Жень? Угу. Смотрите, я нашла дикие яблоки. Они самые-самые ароматные. Кто пробовал, знает. Ой, тут, правда, муравейники. Как бы мне тут... Они мелкие. Наберу немножко. На пробу. Кстати, я шалфей нашла, уже набрала. Оп, блин, упал. Блин, сколько мы здесь гуляем, я первый раз увидела это дерево с яблоками. Ой, прям полно. А пахнет-то как пахнет. Аромат. Ну вот бы ее засушить, блин. Какой бы был чай ароматный, представляете? Вообще прям малюсенькая. Класс. Сочные такие. Ну вот, мы уже забрели еще одно место. Там солнышко виднеется. Ой, кто это? Это кто такой там? Это кто сидит? А? Ты что там сидишь? Ты что сидишь там? Да такой грустный. Да такой грустный сидит он там. Белый, смотри, у него глаза грустные прям. Грустный, смотри, глаза белый такой. Белый коса. Косечка белая сидит. Ты нормально сидишь там? Не застрял? О, какой гигантский он, блин. Он огромный такой. Он, наверное, чей-то и кушает хорошо. Тетюша рассказывает, как дед белым котом оборачивается. Не, тетюша. А, ну, наверное, вот он, вот этот дед-то превратился, наверное, в белого кота. А тут шишечки хмельные немножко. Хмельные шишки. Я знаю, что можно сделать хмельную закваску для хлеба. Так вот красиво. Сейчас опять меня потеряет. Вот, хмельную закваску для хлебушка. Не знаю. Я знаю, что хмель немножко ядовит. Вроде бы я читала где-то. Поэтому... Попробуем. Если что, его можно купить. Чуть-чуть наберу. Какие цветочки красивые. Красота какая. А там как красиво. Смотрите, какая красота. Цветочки. Тут дом заросший виноградом. Вишневая. Улица Вишневая. Короче, мы вернулись домой. Что я принесла? По пути я сорвала цветочки желтые. Вот они. Это их вазочку поставлю. Нашла очень красивую вазу свекрови. Вот, ну, шалфей, понятное дело, я нашла, шишечки, яблоки и... А, камыш там еще я взяла, и вот домой заберу, вазу поставлю, хочу такую вазу делать. И листочки земляники. Вот, остался мне боярышник и шиповник, и все.
принципе, на это лето, я думаю, мне всего этого хватит. Вот, не знаю, либо, наверное, придется покупать. Шиповник, не знаю. Нужно будет где-то набрать. Вот. И бояршник тоже. Их я с Димой завариваем и пьем. Сейчас будем готовить кушать. Какие цветочки. Как они пахнут ароматно. Вечер. Какие вот. Надо было побольше сорвать. Букет большой. Сейчас мы с вами поставим вазу. А кто это здесь? Лягушка. Сейчас как прыгнет. Ба, они уже тут лежат. Они тут. Чем же он их прям сюда положил-то? Два, хорошо. Сколько? Три, так, четыре. Четыре, сейчас яичко сварим. А что они не поджаристые совсем? Цветочки на тузькины. Яблоко. Это мой десерт. И два баклажанчика.